Вот. Я пришел, он, ну, мы общались, отец с ним общался. Он мне достает свечку такую черно-коричневую. И говорит, это от гроба Господня. Он меня хотел. Леш, скажи, скажи, это от жидовского кагала. От жидовского кагала принес, скажи. Ну, из Иерусалима. Ну, он хотел мне сделать как бы такое приятное, хотя сам. Давай, считай. Не верил в это, я так понял. Свечи должны быть чисто восковые, а не темно-коричневые. Это черно-коричневые. Да. Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Как будто бы Бог где-то рядом в прятушки играет. И люди не видят рядом. Бог решит, да вот он я, вот он я. Понимаешь, ну никто так не рассуждает. Еще у книга Иова есть такое. Вот еще творит наше, иди. О, охранник-то наш. Тренировка у него идет утренняя. Это спецназ специальный. Поиграй, поиграй. Поиграй. Ух, попался бы мне, скажи, какой-нибудь ночью бродяжка тут. Я почистил ему ребра. Давай. Ураган. Утром считаем Библию. Мы вышли. Сегодня у нас удачное место. Это второй день. Ну и со всех сторон закрыто, не видать где. Но оказалось место такое, много травы и комарья. Встали у двоих, у меня, у Николая глаза, мошка укусила, заплывшая. Ну и потерли чесноком, а потом картошкой приложить. Вот. А сейчас вышли на дорогу, тут ветерка нету, хотя поменьше москитов. Считаем пророка Исаию. Только руками разведешь. Как можно было его не любить, такого пророка? Горы таяли бы, если Бог сошел. Да неужели они не тают, когда грешники обращаются? Неужели мы ни разу этого не видели? Как можно Бога? Да вот я Бог, говорит, вот он я, сотворивший вот эту пшеницу. Вот посмотри, какая она растет. И как она превратится в ваши пирожки, которые вы любите, ваши пончики. Вот лес, без которого вы не можете прожить, едете туда отдыхать. Вот дрова, вот небо, вот облака, которые кропят. Вот я, это я, Бог говорит. И вы меня не видите, не слышите. Вот посмотри, вот это вот ласточки летают, это ласточки эти, бабочки. Это все дикая малина. Это заросли. Это мы находимся... Это Красноярский край уже? Не знаю. Ну, Красноярский. Нет, или Кемеровская область. А? Кемеровская область еще. Может, Кемеровская область, но мы на исходе где-то уже. Вот. И дальше смородина. Мы все вчера порвали, ее в чайник заложили. Вот. Под костер-то здесь... Увидели, как делаю я? Метровую копаю траншейку глубиной 25 сантиметров, 30... И шириной 40 сантиметров. Специальная решетка кладем. И дров уходит примерно в 10 раз меньше, чем если на таганке и поднято. Прям чуть-чуть только положишь, уже все скипело. И можно картошку печь. Вот. Ну, место-то нашли хорошее. Ну, комарики нас маленько погоняли. О, вытащил он хлеб. Это. Ураган, ну-ка, гуляй. Убери его оттуда. Убери. Но я не видел это. Мы не правы здесь. Иди сюда, ко мне. Ну, давай, считай. Ко мне. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, не ходи туда. Ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Возьми его за ошейник. «К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо». Ох как! В лицо! То есть там Бога нету, сказал нечестивый. Вот разговор Бога, вот диалог идет с народом. Вот бабочка летает, она была куколкой, она была червяком. Ну как тебе не понять это? А далее я обещаю жизнь вечного, проверить нельзя, получите или нет. Ну поверь хотя бы тому, что я вам дал. Ведь речь идет о тысячах растений разных, о тысячах, сотнях тысяч разных насекомых и млекопитающих. Я, везде я. Вот у тебя ранка сейчас, вот репей, посмотри, какие лопухи растут. Вот подойди его, он экологически чистый. Вот он где. Пожалуйста, уже не надо в аптеку идти. Человек это аптека. Я спрашиваю, ты вот руки резал, да, а что? К врачу. Да какой врачу? Пойди, чтобы никто не видел, помочись на палец, и все заросло, говорит, как на собаке. А если у тебя вот на руке, ну бывает так, картошку чистишь и порепалось. Вохи, достань маленько серы, замажь, и все заросло, как будто нету. Ожог, сопли, в носу сопли, помажь, ожог прошел. Понимаешь, в человеке все абсолютно в самом, он аптека. А сегодня, понимает, аптека, без аптеки прожить не могу. Не успела замуж выйти, красавица, и уже из аптеки не вылазит. Ко мне! Ко мне! Возьми, Сережа, возьми, мы не видели.
наверное, еще брать. Это отвлекающие с вертолета. Тепловые сигналы. Давай. Приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках. Сидит в гробах и ночует в пещерах. Ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах. Я сегодня хотел поговорить. Кто ест свиное мясо, отрекитесь от него. Если вы будете разговаривать с мусульманами, вас будут называть свиноеды. Тебе приятно это будет? Оно вредное, это мясо. Я вот вообще мясо не ем больше 30 лет. Я сегодня переговорю с вами, чтобы забыли про свиное мясо. И навсегда. Вам легко будет разговаривать с этими людьми. Они нас многому научат. Мусульман самое ценное спрашивает, а что вы у нас видите ценное? Самое ценное — намаз. Молитва. Так называемый салат. Вот это самое ценное. Все, зря не маши, давай. От травы-то, смотри, в рост человека и выше. А то нынче лето такое, как бы недождливое. А ты посмотри, какие цветы. Она выше моего роста. А вон там еще выше. О, сломил. Тут осины растут, как корабельный лес. Ровные, высокие. Прямо без сучка. Вон они какие, смотри. Особенно там внутри. Давай. Ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него. О. Который говорит: остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. О, это вот как раз говорится о православных, о старообрядцах. Нельзя с нами знать, мы святые, не подходи. Треперстно не молись, это вот прям конкретно относится. Я свят. А не дым для обоняния моего, о, огонь горящий всякий день. Вот кто такие в очах Божиих. Дым, да еще неизвестно от чего. Может быть, смрад. Вот, смотри, что делает. И всегда успевай смотреть. Трудяга. Рой, рой, рой. Копай. Вот так. Рот-то закрой, а то мошка залетит. Рой, о, рой. Пошел. Он, главное, выроет, и там более мокрый, и туда ложится. Вчера я в окно смотрю из машины, он кучу от всех сторон греб с листву. И нос туда сунул, и лежит. Его заедает мошка нос. Лежал, лежал, мало. Еще давай скрести. Гляжу, летит у него чашка, еда в столовую. Главное набрать кучу. Вообще, взяли его с собой, я не нарадуюсь на него. Мы с ним подружились, друзья. Подойти нельзя было. Ну, какой молодец, да вообще. Ой, хороший. Замечательный. Собираться, наверное, пойдем? Давайте. Потихоньку.